Вас приветствует магазин Пневмат24, и сегодня вашему вниманию мы представляем мечи джедайские для агрессивных переговоров. Техническое название этого устройства — палка резиновая или ПР-73. Имеет длину она 7 см, диаметр 3 см и вес 0,7 кг. Для изготовления этого девайса вулканизируют резиновые смеси в пресс-формах. Также у нас было подобное устройство от Sarah Connor, но, к сожалению, на складе я такой не нашел. Но эффективность вы можете оценить по выражению лица Сары Коннор. Общая информация. Применение ПР-73 не приносит повреждений, которые будут классифицированы как тяжкие и принесут серьезный вред здоровью. Незначительные травмы, не оставляющие долгосрочных синяков или порезов. Разрешается их применять только лицам, проходившим курс по применению резиновых палок при самообороне и задержании преступника, и только при возникновении случаев, установленных законодательством. ПР-73 предназначена для усиления мер борьбы с правонарушителями. В общем, надеюсь, что вам это устройство никогда не понадобится. На всякий случай, кнопка в левом верхнем углу. Это был магазин Пневмат24. До новых встреч!